what the boys in the back room tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room give them the poison. And when I die, так случилось. А белое зеркало, медитация, порядочность, отражение. В общем, все события и явления, и люди отражаются в самом себе. And tell them I died of the same. And when I die, don't buy a casket. Just see what the boys in the back room are. Tell them I said, tell them I cried, and tell them I died of the same. And when I die, don't be the preacher for speaking of my glory and my fame. Just see what the boys in the back room tell them I sing. Tell them I cried. And tell them I died of the same. Я вам хочу представить наших друзей, авторов нашей галереи, авторов работ, которые вы видите. Это Александр Соболев, прекрасный человек, прекрасный художник, тонкий, чувственный, спокойный, уравновешенный. Почти молчаливый. Почти молчаливый, но картины говорят за него. Оля Т.Р., которая сама много говорит, и живопись ее тоже очень звонкая. Я думаю, они что-то расскажут о своем творчестве, а вы сможете им задать вопросы, если захотите. А пока вот Оля глумится над платьем. Айрат Рамазанов – это сумасшедший. Это человек, который умудрился на своем Ситроёне проехать до Владивостока и вернуться обратно на поезде, потом сесть на другую машину и поехать за Ситроёном, чтобы привезти его на прицеп. Вот, те, кто был в нашем кругу, скажем так, года два назад, все, может быть, помнят встречу с Александром и Айратом и выставку, которая была в Пятом авеню, в клубе Пятое авеню, которая провисела там одну ночь. И Александра, автора выставки, на выставку не пустили, потому что он дресс-код не прошел. Охрана решила, что нельзя таких мерзавцев запускать в такие заведения. Вот, ну и тогда я понял, что в любом случае в перспективе я сделаю его полноценную выставку, и вот этот час настал. Нам нравится. Приглашайте. Не, не кидать помидорами, а показать нашу работу. Покидали Айрата тоже, я думаю, не зря, потому что там в книжке был все-таки его текст. Поэтому не все так просто. Вы не видели нигде сообщений и афиш про Олю Т., но потому что Оля Т. свалилась 4 дня назад, просто с неба упала и все. Про небо она много знает, расскажет сама. Ну вот, пожалуй, наверное, вот теперь передать слово Ольге Т. Моя выставка выполнена почти вся на виниловых пластинках. Конечно же, я почти украла идею у Дамира Муратова, но он, я думаю, не обижается на это. Не, на самом деле очень удобный способ и перемещаться, и возить с собой достаточно. Говори уже про удобный способ. Извините. Знаешь, когда еще скажи, расплюнь, каждый из вас это может сделать. Не надо пошлять все время искусство делать какой-то, знаешь, вообще доступной какой-то области, да, типа. Каждый из вас еще мастер-класс сделал. Ну, я тоже так смогу. Но... Я за. Вот поэтому мы сидим. Не, у меня был период, я полтора года учила людей рисовать, но на картоне. На картоне. Вот. И, собственно, за полтора года порядка 150 художников. Это было в Новосибирске, в Омске, я этого делать не буду. Подрывник? Вот.
Ну, нет, это просто, это были домохозяйки, это были люди, которые тянулись к творчеству и которые хотели раскрыть себе творческие способности. А я им просто подсказывала, как правильно мыть кисточки и, ну, какие-то, ну, несложные вообще вещи. Вот. Да, вот. И как сходить за водой в баночку. Сегодня в доме, но скоро будет Новосибирский дурдом имени Ханса от резиденции. На правах, в общем, новосибирца, уфимцев, вот расточаем, отвечаем, приглашаю всех людей, которые идут. Уже реализовались тысячу раз. Уже либо те, кто хочет реализоваться в творчестве, это в Новосибирск, в арт-резиденцию имени Даниила Ханса, которая, да Бог, будет в дурдоме, который действует. Ну и не будет мешать психам, так же, как и психи не будут мешать дурдомовцам. Извините, дамы, что... Он все сказал, аплодисменты, друзья! Ура! Ура! И еще короткое объявление. Есть каталог выставки. Здесь не все работы, но много слов, написанных Айратом, в том числе, в каком он сейчас и говорит. Всего по 100 рублей, друзья. Это позволит ему ехать отсюда. Мы пойдем без шляпы, а вот с этим мешочком серым. Ну все, выставка открыта, спасибо большое. Да. Можно подходить, общаться, они доступны.